знаете, это такой процесс. Ты стоишь у станка, в тебе 9 лет, и что от тебя хотят, что от тебя требуют, иногда даже непонятно. Своего рода это уход от реальности. Иногда на сцене находиться проще, чем в жизни, находиться в спектакле. Бывают моменты, что хочется, чтобы спектакль не заканчивался. Настолько была влюблена в танец, что нет, у меня даже сомнений никаких не было. Сцена, ощущение, когда поначалу выходишь первый раз, это боязно, страшно, там волнение. А потом это все втягивает, выходишь, даже получаешь какое-то удовольствие, там адреналин. Как нарисовать чувства, рассказать историю с помощью тела? Неуловимое, эфемерное – это искусство жестокой повседневности, где нам, зрителям, позволяют видеть лишь результат – женщины и мужчины, порхающие на сцене. Их жизнь – постоянная борьба с телом и самолюбием. В эпоху, когда культивируется быстрый успех, немногие выбирают эту профессию, которая, казалось бы, больше требует, чем дает. Но согласны ли с этим те, кто живет танцем? Как люди попадают в эту только с виду гибкую среду и почему остаются в ней навсегда? Балет часто сравнивают со спортом из-за больших физических нагрузок. Но кроме владения телом, здесь важно иметь способности драматического артиста. Бывает балет, классика, да, там, естественно, требуется сразу же чистота исполнения, академичность, пятые позиции в ногах, в руках, чтобы все это было как по канонам истории всего балета. И есть такие спектакли, конечно, где требуется больше драмы. И мне тоже очень близко драма, все эти импульсивные моменты, эмоции. Умение работать с эмоциями – навык, который нужно тренировать постоянно. Балетмейстер Надежда Калинина рассказывает, часто молодым артистам не удается быть экспрессивными в нужной степени. Эмоций мало, мало эмоциональных, таких ярких, чтобы глаз горел. В нашей профессии без этого как-то и так хочется. Ну что ж, как мне еще сделать, чтобы ты загорел? Что, поджечь? Что? Не все исключения есть. Я говорю, так, общее впечатление. У этой легкости твердый фундамент из терпения и выносливости. Ежедневный труд состоит из однообразных занятий. Обычному человеку сложно понять, какие у артистов балета отношения с собственным телом. Они формируются еще в юном возрасте. Отсутствие инстинкта самосохранения. То есть, когда ты доверяешься полностью педагогу, который для тебя, безусловно, авторитет, ты не знаешь, насколько далеко ты можешь зайти. То есть в более сознательном возрасте ты понимаешь, что там это да, это можно, это смогу, это не смогу. Когда ты учишься, ты, ну, как большинство людей, которые хотят чего-то достигнуть, они слепо верят в то, что им говорят. С одной стороны, такие сложности закаляют, говорит Анатолий. С другой, это разрушительная работа на пределе человеческих возможностей. Поставить укол от боли, наклеить пластыри, чтобы снова танцевать, сохраняя внешний лоск, ведь не выйти на спектакль нельзя. Травмы неизбежны, и каждый пытается восстановиться как можно скорее. Но жалеть себя здесь не принято. Колени были, причем не один раз, и начиная там с минимальных каких-то повреждений, вплоть до того, что я 9 месяцев вообще ничего не могла делать. Оперировали ногу, плюс стопы ломались. Мне один раз я подвернула, но это было давно-давно-давно. После этого я сказала, я лучше терпеть буду. Заморозку мне сделали. Я просто ногу не чувствовала, поэтому я... У меня такой страх был, мне казалось, что у меня сейчас... Я провалюсь в сцену. Назад, левой, руки назад, вперёд, пол, а вы расходите.
С утра урок классического танца, потом репетиции, а вечером – спектакли. Выходной в труппе всего один – понедельник. Ведь в субботы и воскресенье тоже идут выступления. Их рутина в полной самоотдаче. Бесконечное оттачивание движений и вечно нарастающий уровень сложности. Это творчество, которому я отдаюсь, я им питаюсь. Я хочу донести вот весь этот процесс, да, сложный, репетиционный, выход на сцену для зрителя. Показать, как это красиво, и чтобы люди приобщались к этому же, к искусству. Изнанка балетного танца скрыта от посторонних. Это и сегодня элитарное, каноническое искусство, хоть и меняющееся под воздействием времени. Однако стереотипов и слухов о балете по-прежнему много. Например, диеты – миф, говорят артисты. Каждый из них сам решает, что есть и когда. Вес балерины должен быть не больше 50 килограммов, чтобы партнеру было проще ее поднимать. Самоконтроль – уже привычка, так же, как и боль. У артиста балета всегда что-нибудь болит, потому что тело, оно же бутоперчивое, конечно, у многих, да, но тем не менее все равно, если брать разные хореографии, разные мышцы задействованы, поэтому да, это нормально. Пальцы на ногах стираются в кровь, а стопы балерин деформируются из-за неестественного положения в пуантах. Волей-неволей ты идешь против природы немного, да, и изгибая их в другую сторону. И ногти отлетают, да, и иногда бывает. У меня тоже такое бывает, что новые пуанты, новая обувь. Ты пока во время носки, у тебя могут быть мозоли на пятках. Также может отлететь ноготь или посинеть. Тогда, допустим, тоже много вращений или те же фуэте. Но говорить о травмах и сложностях артисты балета не слишком любят. Это издержки их профессии. Сдержанные внешне они проносят через всю жизнь изнурительный для большинства людей перфекционизм. И умение ярко гореть, иногда до полного выгорания. Не только устает тело, очень устает именно, ну, психика. Ты очень морально переживаешь, все это связано, опять же, с эмоциями, которые ты затрагиваешь, отдаешь зрителю. Мир балета довольно замкнут. Люди строят семьи и близкие отношения в основном с представителями своей же профессии из-за почти полного отсутствия свободного времени. Многие артисты очень хорошо устраивают. Он уже по двое детей. Я говорю, за третьими, надеюсь, не уйдете в декрет. Сейчас как раз-таки вот к этому относятся более просто, чем раньше, в советские времена. Женщине балетмейстеру сложнее. Да. Ну, если сидеть на одном месте, в одном городе, в одном театре и не быть востребованной, наверное, это проще. Андрей Матвиенко познакомился с будущей женой Еленой, когда танцевал в Новосибирске. Сейчас они вместе работают в Омском музыкальном театре. Мне нравились девушки именно балерины. Как-то так сложилось, или, может быть, это все, опять же, такие за истечением времени, постоянное каждый день общение. И у меня как бы все эти идеалы сложились из балетных девушек. Я понимаю, что такое наша профессия, как бы. Она понимает, что такое, какой наш труд. Мне кажется, даже где-то друг другу и помогаем. Человек, не связанный с театральным миром, редко может понять такую занятость и смириться с одержимостью своего партнера. И уж точно задается вопросом, ради чего все эти жертвы? Отношения строятся, разрушаются, все как у всех. Ведь в их любви всегда есть третий, непоколебимый в своих главенствующих позициях балет. Как личную жизнь совмещать вот с такой профессией? Я в разводе. Я родила, и у меня не было декретов. Но опять же, это бабушки, мамы, дедушки там все помогают. Вот так. Так не знаю, наверное. Всегда 49-48 килограмма, тут ты встаешь на весы 72. Маме звонишь, мама, я 72 килограмма. Она говорит, боже, Нина, я 65. Как восстанавливали? А быстро как-то. Причем я даже дома уже отпустила эту ситуацию. В 3 месяца я уже в свой день рождения уже ведущую партию танцевала снова. С другой стороны, выстраивать отношения с коллегами в балетном коллективе совсем непросто. На пути встречаются и грациозные подножки. У каждого свои амбиции, планы и мечты. А дружба и любовь – чувства интимные. Профессия со сроком годности не всегда открывает возможности для доверия, эмпатии и принятия ближнего. Везде, где есть конкуренция, а она должна быть, существуют такие более сложные отношения, чем гармония и семейный уют. У меня подруги
всегда не связано с балетом, не связано с театром. То есть это такие обычные простые люди. Ну, это все-таки, может быть, еще какая-то конкуренция, наверное, из-за этого. Ну да, и конкуренция, как коллеги по работе, конечно, у нас там, допустим, теплый, дружный коллектив, что нет там каких-то склоков, скандалов, даже если где-то есть какие-то недопонимания между друг другом, мы все равно не конфликтуем, а решаем это все как-то дружелюбно. И, ну, как раньше говорили, что там иголки и стекла, пуанты, такого, естественно, нет. Уже 21 век на дворе, как-то все равно все отвлекаются уже и на интернет, и везде куда-то что-то делают. Карьера балерины коротка, как правило, всего 15-20 лет. Продолжать танцевать и дальше можно, если позволяет здоровье и внешний вид. Любовь к сцене может иметь и другое воплощение. Надежде Калининой не пришлось искать себя спустя годы карьеры. Уже с детства ей хотелось сочинять, придумывать, ставить. А потому танцам она предпочла возможность показать миру свою авторскую хореографию. Меня всегда тянуло больше что-то создавать, и я считала это как-то более мощно, как-то это более как-то солидно, что ли. Но у меня, к сожалению или к счастью, нет таких данных физических, чтобы быть великой балериной и танцевать на ведущих сценах мира. А я по натуре своей лидер, и находиться в последней линии кардебалета, наверное, это не для моего склада характера. Профессия балетмейстера требует особых личностных черт. Не каждый артист сможет ставить спектакли, да и себя поставить в коллективе. Здесь нужны и способности организатора, режиссера, актера, и знания в области литературы, музыки, истории. Работа с музыкальным материалом, с дирижерами, постановщиками, если это с фонограммами, то со звукорежиссерами, проводить долгие часы в звукорубках, несмотря на то, что ты 9 часов работал с артистами ногами. Контролировать цеха, костюмы. Каким будет твой профессиональный путь? В балете это невозможно знать наверняка. Мечты приходится корректировать в течение жизни. Иногда наступает усталость и появляется желание реализовать себя в чем-то ином. Сейчас из моего выпуска работает, наверное, буквально человека два только. То есть кто-то просто ушел там семьей занимается, кто-то парни ушли там чуть ли не в строителей, кто-то в массажистов. То есть, ну, настолько жизнь раскидала людей. В балете нужна гибкость тела и характера, чтобы справиться с внутренними противоречиями и сохранять баланс, не забывая, зачем все это. Были, да, моменты сложные, но для меня балет всегда оставался в приоритете, потому что это то место, которое, ну, не только куда я сам захотел. Для того, чтобы я был, еще очень много людей, ну, вкладывали в меня, и которых сейчас нет. И потом сказать, что все ваши труды, спасибо, мне не стали нужны, я пошел, стал там, сел в офис за компьютер, как бы, ну, было бы, наверное, странно. Иногда артист сталкивается с кризисом своей идентичности. Тело становится старше, а возможностей все меньше. Смириться с этим сложно и обычному человеку, что и говорить о тех, кто всегда на виду. Это всегда стрессовая ситуация, на мой взгляд, если мы говорим о ведущих, да, особенно артистах. Это болезненно, я знаю, что им уход со сцены всегда доставляет мощный такой дискомфорт, страдания, да, стресс. Случается, что люди, посвятившие всю жизнь театру, оказываются без профессии, наедине с проблемами со здоровьем и отсутствием других навыков. Конец танцевальной карьеры – тяжелое испытание, если не готовиться к нему заранее. Что касается меня, я спокойно к этому отнеслась. Почему, я скажу. Потому что, когда я заканчивала училище, и педагог мой Людмила Павловна Сахарова, ну, распределение раньше было, она на распределение меня сказала, что я за тебя не переживаю, потому что ты еще педагогом будешь, неплохим. Я люблю репетировать, очень люблю. Мне нравится. Вот я как бы... Все же молодые, понимаете? И когда смотришь на них, вдохновляешься. Большинство артистов идут преподавать в школы или театры, получают дополнительное образование параллельно с работой, ведь привычка к активному образу жизни за долгие годы сохраняется у многих. Если человек ведет активную жизнь, творческую, да,
то времени натанцеваться, ну, достаточно. Скорее, это больше не то, что это может быть момент, связанный не с отсутствием танцами, а отсутствием внимания как такового. То, что если ты там имеешь свою какую-то там, да, жизнезадействованность там, или с учениками, там, или еще что-то, или выходить на сцену в каких-то там других амплуах, там, мне кажется, это вопрос личного какого-то самовыражения. Этим девочкам от 6 до 10 лет. Они проводят у балетного станка по 1.5 часа 3 раза в неделю. Часто занятия в балетной студии – инициатива родителей. Но нередко именно они играют ключевую роль в становлении будущего артиста, педагога и балетмейстера. Многих заставляют, и меня заставляла мама танцевать. Я сама, не, вот так попрыгать, поскакать, чтобы сочинять, я, да, хотела. А вот так вот заниматься у станка, каждый день стоять, нет, нет. Это благодаря маме. Вот сестра моя, наоборот, сама. Прямо вот у нее цель была. А я нет, нет, нет. Только когда сама захочу. Вот меня заставлять не надо. Марианна полжизни занимается в балетной студии. Сейчас ей 10 лет, а она уже старается ограничивать себя в сладостях. Приходится успевать совмещать занятия балетом и учебу в школе. Иногда, когда там плохо может стать на тренировке, может ты что-то потянуть сильно, тогда уже болит. Прихожу, заваливаюсь на диван. И все, и сплю. Я хочу стать балериной, хочу поступить в училище, а потом стать педагогом. Потому что так ты делаешь больше опыта для других. Пока мир транслирует новые ценности, вроде бодипозитива, балет по-прежнему остается дискриминирующим искусством, где нужны соответствующие физические данные – пропорции тела, строение суставов, гибкость, координация. Если бы ездили вот так вот по деревням, селам, отбирали людей в футбол, в хоккей, в балет, по данным, в плавание. Понимаете, вот у нас Андрей Матвиенко рассказывал, что вот когда он с родителями жил в деревне, то есть вот приехали, отбирали, сказали, вот у мальчика есть данные. А сейчас кто придет, кто сможет заплатить за уроки, тот и за образование. Серьезное обучение начинается с 9-10 лет в училище, а пока во время занятий в балетной студии у детей есть время привыкнуть к постоянным нагрузкам. Ни разу не слышала от нее такое, что не хочу, не пойду, и там у меня не получается. Но если не получается, значит, есть над чем работать, значит, нужно. Были такие моменты, что вот мне делают замечания, вот мне там то, мне там все. Я говорю, ну, значит, тебя видят, тебя замечают, это значит хорошо. Хуже было бы, если бы тебе ничего не говорили, и ты бы не знала, как ты делаешь хорошо, ты делаешь плохо. Ну, как бы она этот момент поняла, и жалоб нет. В балет приходят люди с разными судьбами, но уже будучи взрослыми, почти никто не сожалеет о своем выборе. Может, потому, что годами вкладывают в этот нелегкий танец все свои силы, чувства и время. И пожалеть об этом значит признать, что ошибся в главном, прожил свои лучшие годы как-то не так. Я бы сказала, наверное, балет – это смысл моей жизни, одной из жизней, да, то есть есть жизнь творческая, есть жизнь обычного человека. Балетные училища заканчивают в возрасте 17-18 лет. К этому моменту артист прошел необходимую подготовку в жестких, едва ли не в спартанских условиях. Ежедневные нагрузки, режим, отсутствие близких рядом, если это интернат. Путь к мечте лежит через армейскую дисциплину. Жили одни в интернате, тогда телефонов не было. Разговаривали на стационарном телефоне, тоже такая была небольшая библиотека, где сидели все, а там, естественно, по всей России вот много учеников, и все сидят и слушают, и ты не можешь поделиться самым сокровенным или чем-то. Пожаловаться на кого-то тоже нельзя, потому что слушают. Русская балетная школа и сегодня ценится во всем мире. Поэтому, кроме Мариинки и Большого, многие артисты мечтают о зарубежных сценах. Взяв основу от итальянских и французских педагогов, русская школа стала развиваться в собственном направлении. Ее преимущества в артистизме, технике и особом эмоциональном наполнении роли. Сейчас у детей есть возможность получить балетное образование не только в крупных городах, где находятся лучшие училища страны.
Московская государственная академия хореографии и Академия балета имени Агриппины Вагановой в Санкт-Петербурге. Сильные школы сегодня и в регионах, например, в Перми и Новосибирске. Атмосфера в балетном училище формирует особые эстетические ценности, делятся артисты. Времени на обычную жизнь с ее свободой и развлечениями совсем немного. Если в эту профессию попадаешь, то детства практически нет. С 10 лет уже и до 18, то есть все проходит мимо. На каток сходить тоже аккуратно, там ногу не повредить, там, или там футбол, там кость не сломать, ногу не сломать. То есть как бы ноги хлеб наш получается. Учиться тяжелее, чем работать, рассказывает Анатолий Марченко. Он закончил одну из старейших балетных школ мира – Академию имени Вагановой в Санкт-Петербурге. Единственное, что помню, что всегда хотелось есть. Приходилось как-то одному решать какие-то вопросы, приходилось одному решать проблемы. Ну и вообще как-то находить себя в этой жизни, потому что, ну, вот, наверное, момент учебы, переустановления, наверное, самый сложный, когда нет еще какой-то определенности и непонятно, что будет дальше. Даже если только наблюдать за балетным миром со стороны, всегда есть ощущение, будто совершенство достижимо, просто твоих усилий, чем бы ты ни занимался, недостаточно. Здесь с Золушкой было, когда за 3 дня артист, да, сломался у нас Андрей Матвиенко. Я меньше чем за сутки нашла, обзванивала Украину, Белоруссию, Россию. Кто приедет и за 2 дня выучит такую партию? Ну, все говорили, что, знаете... А из Минска приехал, да, артист, с которым я сотрудничала, вот, и сделал это. То есть все невозможно и возможно. Нельзя сбиться с ритма, не выложиться по максимуму, ведь тогда пострадает общий результат. Осознание этого держит артистов в постоянном напряжении. Кто-то успешно интегрирует его в свои будни, а для некоторых оно становится непосильным, выматывающим следствием выбора, который требует стрессоустойчивости. Поэтому важно ежедневно находить свою внутреннюю опору. Конец сезона, все уставшие. Как только переезжаем, и второе дыхание у всех открывается, потому что другой город, другая сцена, какие-то... И непонятно, откуда силы берутся. Вот этот вот переход всегда очень вдохновлял. Собрать себя в кулак и сказать, нет, ты выдержишь. Ну ничего, не выспалась там. Сил нет, или ты не знаешь, как решить сцену эту, или не можешь подобрать музыку, в тупике каком-то находишься. Вот это важный момент, не сдаваться. Всегда какие-то бывают какие-то ситуации, сделаешь так, станцевал, потом думаешь, так, нет, здесь можно было сделать так, где-то. Ну, как бы это, опять же, таки, как бы работа над собой, как бы над своими ошибками. Нельзя останавливаться на месте. В общественном мнении жизнь артиста балета наполнена интригами, соперничеством и личными драмами. Все это есть, однако их характер в большей степени формирует постоянный процесс преодоления. Именно он заряжает энергией, когда кажется, что сил уже нет, и воодушевляет, напоминая, что можно получать радость и от побед, не всегда заметных для окружающих, а еще мечтать. У меня есть своя балетная студия, да, которой я занимаюсь. И в будущем, я надеюсь, она будет процветать, расти. А на данный момент я вся здесь, в нашем театре. Очень мечтаю, чтобы в Омске появилось хореографическое училище, чтобы труппа как минимум увеличилась в 1,5 раза, а лучше в 2. И чтобы наше помещение вот это вот увеличивалось раз в, ну, 8. Чтобы было 2-3 зала как минимум. Реконструкция театра однозначно. Востребованности, конечно, всемирной. Здоровья, уверенности. Счастья такого, пускай спокойного, но стабильного. Наверное, какого-то такого момента. Хочется спокойствия, потому что, ну, мне кажется, сейчас стабильность, в принципе, стала роскошь. И пусть время карьеры на сцене ограничено, его можно прожить ярко, самозабвенно. Ведь именно такой опыт делает тебя живым и наполненным, даже если порой казалось, что ты сломлен и опустошен. Впрочем, есть в балетном мире и житейские радости. После окончания училища для меня, конечно, был такой гордостью за то, что меня приняли в театр Бориса Эйфмана в Санкт-Петербурге. Много заграничных поездок по России, поездки весь мир. И мне благодаря этому театру удалось посмотреть.
Эта любовь у многих не умирает никогда, лишь трансформируясь со временем. Она продолжает жить в желании передавать опыт, направлять, раскрывать таланты, воплощаясь в других людях, которые только начинают свой путь, выбрав однажды этот нелегкий танец.